стратегия невозможна, если нет философии. Ну, философии в широком смысле этого. Концепта. Соответственно, мы тут говорим, много говорили о стратегировании для Украины. Во всяком случае, все ищут это. Соответственно, ставится вопрос о философии. Есть ли философия у этого места, которое называется Украина? Нет, ты сейчас все как бы это сказать, все изменил по отношению к тому. Мы говорили, что стратегия есть не у места, а у стратега. Поэтому, все, если у Украины... Согласен. Если у Украины, если у Украины стратег, и если у него вот эта философская установка. Я из того, что знаю, одну такую для Украины, или выраженную в Украине, точнее, концепт, причем все как бы это понимают, это выражение записано на 500-гривневой купюре, это мысль сковороды о неравном всем равенстве. Это принципиальный концепт, который может развернуться в концепции общества. Но у нас из тех, кто изучает творчество сковороды, а это огромная, так сказать, группа людей, потому что фигура, безусловно, громадная, именно на это мало кто обратил внимание. Ну, он же компетент в цензе. А это не ко двору. Не ко двору. Вот подумать, что означает этот концепт неравное всем равенство в отношении к обществу современному, мне представляется вот в Украине очень перспективным, по крайней мере, необходимым. И не только на 500 гривнах. Да.